элементов. Вот такое покрытие кровли характерно для дворцов севера Франции, вообще для французских дворцов. На третьем этаже должны были располагаться комнаты для царственных детей. Увы, они получили, потому что дворец относился к долгостроению. И вот когда 22 марта 1902 года комиссия принимала дворец, принимала она его с некоторыми недовольными поступлениями от проекта, указали, что отступлено от проекта. То есть не полностью воплощен проект по оформлению третьего этажа. Обрадовался, вынуждена была это сделать, потому что 5 лет они не могли все оформить отношения, в конце концов, из-за которых он мог работать. Ну, а что касается... Вы не устали? Ой, извини, я можно вот на карту уже как раз? Я дочитала, что там были монограммы. Да, мы остались. 1900-я авиационная система, опять же, товарищество Лукашевича. Его заводы поставляли оборудование. Вентиляции этой мы пользуемся до сих пор. Рычаги стоят вот на 4-м этаже в чердачных помещениях. Вокруг дворца сохранялась старая бушаровская дренажная система, его канализационные водопроводные керамические трубы позже их заменили на чугунные. Бассейн был, вот вся эта часть насыпная. В принципе, партер регулярный, в стиле французских партерных регулярных парков, он был оформлен уже к моменту сдачи дворца, в 1902 году. Но оставалось еще оборудовать бассейн. Строительных материалов. Хотя сэкономил не 1000 рублей для кабинета его императорского величества. И решили, и надо отметить, что уже к тому времени и скончался. Кто иногда спрашивает, а что это у вас еще там за дворец? Это не дворец, это абсолютно утилитарное помещение, хозяйственный корпус или машинное отделение, которое Мессмахер задумал первоначально весьма грандиозно, трехэтажно. Она просто на пике вдохновения.